Всем привет, дорогие друзья! Это Сава, мы продолжаем играть в Waven Colony на максимальном уровне сложности. И сегодня серия, возможно, станет последней, потому что на нас уже летят... споры, они сейчас прилетят и сделают просто конкретный чебедох. У нас особо нечем от них отбиваться, кроме этого у нас заканчивается шахта. Тут осталось буквально 44 железа и все. В общем, мы в говне. Причем в таком прям конкретном говне, с которым пока непонятно, что делать. Сейчас мы, конечно, попробуем что-то. Состояние несчастный. Сейчас мы попробуем что-то здесь предпринять, но у меня что-то есть большие сомнения в том, что у нас из этого что-то-то да выйдет. Сюда, наверное, мы поставим пониженное потребление. Ну, поехали посмотрим. Не хватает жилья. Попадание в громоотводную башню. Исследование завершено. Ладно, мы победили эту самую штуку. Не победили еще. Сейчас уже на 4 колониста. Ладно, мы, по крайней мере, можем поставить, наверное, нормальный приоритет теперь. 4 колониста вроде как не очень много. 11 железа. 10 железа. Железо, считай, закончилось. Шахта. Теперь нам нужно, по идее, еще для того, чтобы... А, вот это, кстати, надо забрать. Теперь нам нужно еще для того, чтобы сюда вот влезть. Ну, нам не хватит. Улучшение нам, да, непосредственно. Чуть-чуть. Два железа осталось. Грузовой контейнер захвачен. Одно железо осталось. Улучшения нет. Так, все там? Да, ноль железа. Значит, мы его утилизируем. А еще нам надо, наверное, какую-нибудь политику для того, чтобы меня переизбрали. Потому что... Боевой дух, статистика колонии, потребление, колонисты... Настрой карт, статистика. Надо что-нибудь такое прям... А нельзя, да? А центр виртуальной реальности нам нужен. Ох, и хрена-то. Значит, нам конец, походу. Артефактный блок. Да, у нас ни на что не хватает вообще. Ладно, может поставить скорость X4 и, в принципе, посмотреть за происходящим. Не хватает энергии. О, победа на выборах. Ничего себе. Нам скучно. Ладно, если мы победили на выборах, может, у нас даже что-то из этого и получится. Так, пшеница. Задача построить небоскреб. Я с удовольствием построю небоскреб, когда будет, блин, из чего. А пока нам надо, получается, еще одну шахту бахнуть. Вот сюда. Сейчас мы бахнем еще одну шахту. Но это означает только то, что сейчас на нас будут постоянно, видимо, бежать эти самые споры. А может быть, что еще и похуже. То есть нам нужны либо турели, либо тогда эти дезинфекторы. Потому что по-любому это так не закончится. У нас нету ни на что. У нас ни на дронов-участителей нету, ни на... Ни на что вообще-то нету совсем. Ладно, сейчас начнем давать из шахт. Приоритет у них будет выше среднего на шахты. Нам надо извлекать побольше, чтобы было что покатать. Значит, на производство вот этого побольше надо. На производство вот этого. Здесь не хватает энергии. А, ну все понятно, почему не хватает. Значит, на производство вот этого тоже. То есть мне нужно больше, иначе мы в жопе. Значит, больше сюда. Что у нас с геотермалкой? Теперь нам нужен, получается, еще какой-то... Какое-то жилище нам нужно. Мы можем либо улучшить существующее. Я думаю, что, наверное, так мы сначала и сделаем. Сейчас 36, а будет вместимость сколько-то там, не знаю сколько.
Ладно, улучшаем, потому что нам по-любому нужны... Нужно хоть что-то. Еще нам нужно 5 шахтерских сооружений. Но я вижу только вот там шахту. Которой, кстати говоря, тоже неплохо было бы сходить. Вода вроде как даже немножечко имеется. Питье тоже вроде как немножечко имеется. Фабрика нанитов. Синтез. Обработка железа. 50% быстрее, 8 нанитов. Ну давай, ладно. Попробуем вложиться в производство. Надеюсь, что это не является большой ошибкой. Ой, странно, червь еще пришел. Только тебя не хватает. Только нам не хватало еще сраного червя. Скоро извергнется геотермальный источник. Так, стоять. Как только они достигнут колонии, возникнут серьезные проблемы. Обратите внимание, что геотермальные генераторы предотвращают выбросы. А я вроде... А, вот здесь еще. Может, мне еще один геотермальник тогда поставить? Потому что... А, ну здесь еще, да? А мне хватит? Вообще. А, блин, геотермальник денег вообще-то стоит. Либо нам нужны будут какие-то... Намного дороже, эффективнее, неуязвим к выбросам ядовитых газов. Уязвимо для выброса газов. Уязвим, неуязвим. Ну, то есть, можно либо, блин, 26. Настолько нету. А что будет интересно, если газ вот отсюда сюда попадет? А может, ветер в другую сторону будет? Может же ветер быть в другую сторону. Ну, сейчас мы это узнаем. Ладно, все равно ничего с этим сделать не могу. Геотермалки бы нам помогли, но с геотермалками у нас что-то как-то тоже не заладилось. Значит, эти хотят небоскреб. Эти хотят химический завод. Это, конечно, здорово все. А мы хотим еще шахту. Мы хотим еще шахту. А, блин, шахту мы хотим. Шахту мы можем хотеть сколько угодно, построить-то мы ее не сможем. Ладно, сейчас скоро выясним. Подобрать. Опс. А где они обнаружены? Ой, блин. Дерьмище. Ну, естественно, газ пошел к нам. Ясен хрен. Споры, споры, споры. Нам нужен тогда дрон-очиститель по-любому. Если он отсюда прилетит, то где-то вот здесь нам нужен дрон-очиститель. Это минимум. А то, может быть, да... Куда он приземлится? Ну, приземлится куда угодно. Сюда с этой стороны можно куда-нибудь? Вот сюда можно, да? Тогда его хватит на все. Ну, давай поставим сюда дрон-очистителя. Например. Да, на турель мне не хватит. Турель требует 22 для постройки. Так, санный газ отсюда пошел. Я не знаю, задохнутся у нас люди, не задохнутся. Ну, наверное, они будут не очень сильно счастливы происходящим событиям. Фабрика нанитов нас пока не интересует. У нас, в принципе, и так 1,5 нанита производится. Ну, вот это вот надо будет попробовать улучшить тогда. У него как раз радиус будет побольше. На турель нам не хватает. Ну, попробуем хотя бы вычистить эту сранину. Так, прям сразу улучшаем. Да ёперный театр. Нет, все-таки турель нам нужна. Заразил. А это куда полетел? А это сюда полетел. Ну, надеюсь, он успеет вычистить эту хрень. Эту вычистил. Вычистить эту хрень до того, как что-то неизбежное случится. И нам нужна еще, получается, 15. 15 для того, чтобы что-то здесь забахать. А он заразил-то как раз у нас нанитную штуку.
Ладно, с этим мы справились. Как ни странно. А что ты не подбираешь? А, потому что у нас склады переполнены, понятно. Ладно. Давай дальше. Приближаются ядовитые испарения. Приближаются, а что я могу сделать? Они, кстати, сюда, походу, не долетают. Ой, это хорошо. Это очень хорошо. И это капец, как хорошо, что они сюда не долетают. А вот то, что у нас не хватает энергии, это плохо. Это надо поставить побольше, чуть-чуть приоритет. Повыше средненького. Теперь надо разобраться, блин, с жильем. Нам нужен небоскреб, и нам нужен химзавод. Но сначала нам нужна шахта. Может быть, кстати, да, это первый уровень, я думаю, что хватит на самом деле. Угу. Значит, здесь у нас будет еще и шахта. Еще одна. А сколько здесь в ней чего есть? А что так мало-то? 600 железа, 700 железа. Это же вообще ни о чем. По-моему, эту миссию надо будет заканчивать как можно скорее. Потому что по всему получается... Вообще по всему получается, что ничего хорошего в долгой игре просто тупо нет. Нас тут просто поебеют. Давайте называть вещи своими именами. Взымеют просто как, тот самый, как бог-черепаху практически. Может быть даже хуже. Опять не хватает энергии. Нам не хватает энергии, потому что нам не хватает всего остального. Ладно, мы не сможем производить нанитов, если у нас не будет ресурсов. Мы не сможем производить вообще ни хрена, если у нас не будет ресурсов, поэтому... А еды у нас еще и нет. Он, в принципе, как бы отличный, но... Но-но-но. Еще у нас нету ни хрена мельниц, химзавод, небоскреб. Ладно, мы сейчас попробуем, конечно, что-то с этим сделать. Но сначала я хотел бы шахту. Потому что без шахты... Темная грозовая ночь нам дали достижение. Видимо, я поймал сколько-то этих ништяков. Значит, мы подключаем тебя через тебя. Сюда можно будет поставить геотермалку, но, наверное, допустим, потом. Что у нас с водой? Воды ни хрена нет. Чему? Потому что КПД у нас поменьше. 13 воды в час. Ну, придется делать вот так. Значит, с водой тогда будет плюс-минус норм. Ой, рисочек. Здесь тогда тоже придется делать плюс. Можно использовать удобрение. Давай здесь тоже поставим повыше и использовать удобрение. Может быть, даже улучшим. Давай тогда сделаем вот так. Вот так вот. Небоскреб, химзавод. Небоскреб, небоскреб. Небоскреб, поди еще построй. Во-первых, нам на него энергии ни хрена не хватит. Да, энергии. А во-вторых... Во-вторых, достаточно и во-первых. Нам нужно еще 66 нанитов для того, чтобы это построить. На это ни хрен собачий, я хочу сказать. А у нас вот эта вот история вообще не работает, потому что я тут снес и не подключил потом. Какой я молодец. А можно улучшить склад? За 10 нанитов можно сделать его получше. Ну, давай сделаем. А можно это улучшить? Нет, аванпост улучшить нельзя. Ладно, давай начнем тогда с улучшения склада. Жрачка вроде как есть, счастье что-то не очень. Несчастных колонистов. У них сейчас будет говниться, что у них с развлечениями не очень все здорово. По-любому. Так, а что ты хочешь, не пойму? Опять шахтерских сооружений, но... А, ну, в принципе, я пятый построил, только она не подключена. А где мне еще, простите, шахтерскую... А, ну, в общем-то, можно вот соль до сюда добывать. Ну, давай, ладно. Сделаем еще соляное. Соляную добычу. Вот отсюда можно будет добыть залежь зориума. Зориума, кстати, до хрена. То есть, в общем, по электрике можно неплохо продвинуться, если захотеть.
Потому что Зориума там прям до жопы. Ладно. Воды опять не хватает. Да чтоб тебя, а. Химзавод. Склад это все весело. Но вообще нам нужен, конечно, химзавод. На него нужно 20 энергии. Да и мельница там, кстати говоря, тоже неплохо было бы. Ладно, начнем с химического завода. Поставим его вот сюда. У нас вот здесь стоит химический завод, потому что он нам все равно нужен. Нам нужно... В нем будет делать всякое говно. Мне полагалось возглавить экспедицию за пределы колонии, но из-за сегодняшних событий все наши планы пошли кувырком. Анализ этого куба займет мое внимание в обозримом будущем. Совещались с комиссаром и согласились в том, чтобы назначить вас главой экспедиции, начиная с этого момента. Ай, блин. Ресурсы не выбраны. Я хочу, чтобы ты переработал все дерьмо, до которого сумеешь дотянуться. Все перерабатывай. Построим-ка экспедиционный центр. Экспедиционный центр. Давай построю, попробую еще. А что нужно для экспедиционного центра? У-у-у, дорогая тварь. А можно пока не буду этого делать? Не беспокойтесь, я всегда буду рядом. И везде, где только смогу, дам вам совет. Схемы экспедиционного центра для вашей системы управления колонией обновлены. После постройки вы сможете отправить экспедиционные суда за пределы колонии для исследований. Угу. Обязательно. Все непременно. Экспортировать златоцвет. А у нас он есть? Хотя бы одно внешнее поселение, не менее одного вокзала. Кино за Зориум. Постоянное. Железо за ячмень. За пайки. Что нам надо экспортировать? Золотоцвет? Ну давай, экспортируем. Только мы его пока, наверное, не производим, золотоцвет. Для него нужны грозди и споры келки. Ни того, ни другого у нас пока еще нет. Но мы сейчас, наверное, сделаем, чтобы у нас были... Так, где там грозди? Грозди. Грозди. Где там споры келки? И споры келки. Допустим. Будет, по крайней мере, что снести, когда у нас начнутся опять проблемы. Грозди, споры, келки есть. Экспедиционный центр когда-нибудь я потом сделаю, но пока вообще не до этого. Значит, жратва, вода, и надо теперь, да, разобраться с поселениями. Потому что наши колонисты должны где-то жить, а жить им пока особо негде. Еще, блин, проблема, из чего я потом буду синтезировать нанитов. Потому что, вообще-то, как бы эти штуки очень скоро закончатся. Ну, соль, ладно. А все остальное, и все. Здесь как бы безжизненная пустыня, не хрен. Ну, значит, что тем делать? Может быть, оттуда можно будет что-то привозить за пределы колонии? Если только так, потому что пока непонятно. Ладно, жратва у нас вроде поприбавилась. Это хорошо. Можно еще вот это вот улучшить, но мы пока не будем. Мне надо оставить чутка ресурсов на случай непредвиденных проблем. Которые, я уверен, будут. Здесь тоже можно, наверное. Не-не-не, нахрен-нахрен. Сначала нам нужны жители, нам негде жить. Шахта не получает работников. Ну, потому что у нас их нет. Предупреждение о качестве воздуха. Значительно упало. Значительно. Ну, вообще бы, в целом, да, значительно упал, согласен. Сюда неплохо было бы поставить фильтр. Он дорогой, правда, зараза. Ну-ка, давайте сделаем скорость x2. Даже x4 давай сделаем. Поставим сюда фильтрец.
Скоро изверится геотермальный источник. А, ну фильтрецу у нас, в принципе, наплевать. А он, кстати говоря, он уже извергается. А нельзя поставить теперь? Они-то для постройки 24. Я бы поставил. И еще одну геотермалку. Чтобы был потом что улучшать. Мне нужно 24. Поставится? А, нету дронов. Серьезно? Блин, реально чуть-чуть не хватает. А здесь, кстати говоря, хватает. Ну, нам куда-то сюда тогда надо ставить, для того, чтобы еще до вот тех вот залежей добраться. Ладно, давай тогда. Ну-ка, летите-ка, голуби, строить сюда. Ну, вроде как его туда не додует. По крайней мере, не должно дадуть. Вообще, конечно, это сурово. Фильтр мы построили, ему насрать. Хотя, не, походу, додует. Блин, надо что-то срочно с этим делать. А, твари, сейчас мне задует здесь нахрен все. Ничего не окей. Ядовитое испарение тут у нас. И это прям реально жопа. А я хрен знает, что с этим сделать. Поставить еще один фильтр сюда на воздух. Качество воздуха 85%. Вообще он вроде как растворяется прям где-то здесь. Прям рядышком. То есть, может быть, он не сильно нужен. Да, мне кажется, он не сильно нужен. Поэтому мы его сюда ставить не будем. Мы лучше на будущее, чтобы вот этого говна больше не случалось, сделаем сейчас вот так. Что там говоришь-то? Соли и калий исчерпаны. Эмигрантов 0. Эмигрантов. Так, да когда что достроишься, эта тварь? Эта площадка дроностроителя очень долго строится. Ладно, ядовитые испарения, слава тебе, Господи, закончились. Теперь мы можем... А можно как-нибудь интересно? Ладно, другой. Ну, с другой этой самой посмотрим. Значит, подключим еще вот это вот говно. Тогда у нас здесь все будет нормально. Можно еще вот так вот, кстати, сделать. Значит, она у нас больше извергаться не будет. Потом мы сделаем вот так. И сделаем, чтобы у нас еще и вот это не извергалось. Ну, вот это, по идее, похрен. Даже если оно будет извергаться. Значит, это даст нам еще и электричество. Теперь надо что-то делать с небоскребом. Нам, по факту, нужно 66 нанит первым делом. Ну, попробуем ускориться и постараемся не сдохнуть. А если максималку вам поставить? Может, нужно еще больше? Так, стоп, что там происходит? Споры говна к нам приближаются. Споры говна к нам приближаются. Откуда они, интересно, приблизятся? Мы не знаем, да, откуда они приблизятся. А если я хочу поставить куда-нибудь, например, вот сюда... Тюрелитку. Вдруг она что-нибудь лишнее дособьет. Она, брат, потребует 10 энергии и 22 нанита для построения. Нет, не буду ставить. Мне жалко. Я лучше небоскреб сюда воткну. Здесь мне как раз есть место для небоскреба. Я лучше воткну сюда небоскреб. И какую-нибудь штуку для того, чтобы они развлекаться могли. Дезактивацию. Кстати говоря, дезактивацию я бы сюда воткнул тоже. Потому что, глядишь, кого-нибудь лишнего оно возьмет да прибьет. Какие-нибудь туннель что-нибудь выпрыснет. Давайте одну дезактивацию все-таки сделаем. Мне кажется, хуже от этого не будет. В
Обнаружены споры пагубы. Ну, естественно, оно летит с того края, откуда я ее не ждал. Ладно, храйся, здесь дезактивацию построю. Она, правда, по-моему, ни хрена не работает, дезактивация. У нас еще есть больничка, на которую мы сейчас поставим приоритетик повыше, на больничку. Засосалась. Сраные споры засосались. Смотри-ка. А не, работает говно. Вот это да. А мы отблокировали все-таки эту парашу. Неплохо. Смотри, как хорошо получилось. И у нас теперь есть небоскреб. Небоскреб. Я бы еще поставил парочку таких аванпостов. Да, они, конечно, чмошные. Но зато туда можно переселиться, если что. Достичь поселения в 21 чебурек. Значит, 21 чебурек у нас достигнут. И у нас нету этих. Как они называются-то? Вот этих. Ховер-кар-станции у нас нет. Для быстрого перемещения, да? Или есть? А, есть, подожди, у нас есть ховеркар-станции. Вот же ж они же ж. Не, у нас есть станции ховеркар. Теперь нам надо достичь более высокого поселения. Чего нам не хватает? Воды. Хотя воды вроде хватает. Ну ладно, давай попробуем поставить вот так. Опять червяга пришел. Пришла червяга и все нам засрала. Мне кажется, все-таки одну турельку-то надо бы поставить. Конечно, немножечко жалковато нам ресурсов для того, чтобы это делать. Железо заканчивается. Соли не так много. Здесь тоже железо заканчивается. Блин, как-то мне не нравится все это. Ну, мы, конечно, с одной стороны пережили. Здесь еще соли кали. С одной стороны мы пережили, в общем-то. Но так что-то как-то все не очень складывается. Мне кажется, надо бахнуть сюда что-нибудь. Добыть этого ресурса, как он там называется. И, наверное, сделать электростанцию на нем базирующуюся. Зорий, вот он. А Зорий здесь тихий надо сделать. И на этом Зории куда-то дальше продвинуться. Еще, кстати говоря, я бы ветряных турбин построил. Но, блин, 9 нанитов. Я бы, может, и построил, но ресурсов ни хрена нет. Для того, чтобы их построить. А энергии прям конкретно не хватает. Ну, возможно, потому что здесь просто тупо нет работников. Немножечко, наверное, есть какая-то связь между этими событиями. Потому что мы можем получить гораздо больше электричества. Просто капец, насколько больше. А чё тебе не хватает, я не понял. Состояние несчастный. Чё тебе не нравится? Качество воздуха, транспорт, здоровье. Блин, они все ругаются на качество воздуха. Ну-ка, если я вам... Везде здесь поставлю. Так, здесь поставлю вам по вентилятору. На каждую такую хрень. Качество воздуха там действительно говно. С этим сложно спорить. Я бы даже сказал, невозможно. Попробуем немножечко повысить качество воздуха там. Качество воздуха и по-прежнему не нравится. По-прежнему не нравится транспорт. И по-прежнему все не очень хорошо со здоровьем. На самом деле не вполне понятно почему. Потому что вроде как у нас тут все есть. Опять червяга вышла. Не удалось привлечь работников. 7. Сенсор обнаружили шторм из ледяных осколков. Ну вот сейчас бы нам, наверное, помогла бы все-таки турель. Которая могла бы здесь кое-чего доотбить.
вот здесь вот где-нибудь стоящая. Давай одну поставим. Жалко, конечно, денег, но мне кажется, что она нам необходима. Еще нам надо достичь 200 человек. Но, видимо, в этой серии мы уже достичь 200 человек никак не сможем. Да. Ну, когда будут люди, может быть, и все остальное заработает. Правда, я не знаю, удастся ли мне их, в принципе, сюда привлечь, потому что что-то как-то здесь у нас не весело. Надо, наверное, будет какие-то развлекухи делать. Пункт раздачи стимуляторов. У нас ни хрена нет этих самых стимуляторов. Нам для того, чтобы их раздавать, надо сначала их сделать. Стимуляторы. Ну, хотя, может быть, что-нибудь раздадим. Будут счастливые ходить. Но это будет уже явно в следующем выпуске. На сегодня я тогда с вами прощаюсь. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках.